Так, следующий домик приперли. Он крутой. Так, вот этот домик. Ну тут это вот, ну ты его тоже видел на фотографиях. Его надо немножко доделывать. Значит, у тебя вот здесь вот вход. Тут вот гостиная как бы сделана. Но здесь вот первый этаж, он сделан, второй не сделан. Значит, вот это типа кухня. Гостиная. Такая вот она. Большая, в принципе, довольно-таки. Тут вот выход типа на террасу. Здесь вот соседи. Ну, немножко деревьев растет. Так, здесь кухня, вот кладовка небольшая. Значит, смотри, здесь вот комната сделана. Ну, целиком сделана. Городская, это здесь. Вторая комната тоже полностью сделана. Полностью сделано, окна пластиковые, новые, все новое стоит. Ой, в прошлый раз я приводила покупать, все бойлеров нет, да? Так, ванная тоже сделана целиком. То есть вот весь первый этаж, он живой. Как бы он весь сделан, первый этаж весь сделан. Но второй этаж в такой вот стадии. Но это как бы этот. Здесь вот есть некоторые материалы, тут пооставалось. Тут вот тоже терраса. Вот там выход с двухкомнат на эту террасу. Ну, второй вот этаж недоделанный. Его тут типа штукатурить. Делать, ну вот разводки тут типа все сделаны. Вот такой вот второй этаж большой, ну ты его можешь типа перекраивать, как тебе хочется. И вот здесь там тоже там не до конца. Такие вот. Вот. Ну второй, в общем, недоделан. Но они здесь почти везде, второй этаж недоделан. Так-с, пойдем по участку. Значит, тут вот второй домик. Это он типа старенький. Не могу запах. Ну да, запах спертый, нежилой. Да. Запах сырости. Да. Ну слушай, этот тоже сделан целиком, кстати, дом. Да, его почистить. Тут вода не включается почему-то. Перекрыто, что ли? Может, перекрыто, да. Наверняка вот там внизу. Но он тоже сделан, кстати. Да? Да, здесь надо просто несите ванну. Нет, несите. Ну это смеситель, это мелочь, да. Ну типа такой вот здесь чисто маленькая кухонька. Ну в общем однокомнатная квартира, студия такая. Какая-то мастерская, наверное. Не знаю, что у меня печат. Сейчас я позвоню Егору. Опа, что-то тут еще на втором этаже. А, оно закрыто. Понятно. Пойдем по участку. Пойдем по участку. Участок, вот часть не покошена, мы тоже его. Вы дома там? Нет. Они с сестрой поделили, где-то тут вот граница. У меня очень большой. Смотрите,